прежде всего хотел поблагодарить болельщиков, которые все-таки верили в победу команды, не давали нам почувствовать какую-то расслабленность. Мы хотели в ответ отблагодарить, рад, что все так завершилось. И вот этот гол, добавленное время, действительно, такие игры, такой накал, ну, закаляют характер, закаляют игроков, более плотно они общаются, более плотно стараются на футбольном поле работать. Ну, а по игре тяжело, команда достаточно хорошая, и она играет, сама дает играть, очень скоростная команда, и планировали, прежде всего, организованно сыграть и надежно в обороне с использованием там ряда зон у соперника. К сожалению, вот индивидуальные ошибки позволили сопернику понять, что нас можно там атаковать, можно отбирать мячи и создавать моменты у наших ворот. Забили, и тут же, вот видите, секундная расслабленность, получили ответный, от первой же атаки гол в свои ворота. В перерыве там несли, постарался внести коррективы и старались все-таки больше находиться на половине поля соперника. Ну, к сожалению, много ненужной работы выполняли, много брака было, и вследствие чего соперник хорошо разгонял и создавал достаточно опасные моменты наших ворот. Ну, еще раз повторюсь, рад, что все так вот, все наше желание воплотилось в гол. И вот еще раз огромное спасибо болельщикам. Игорь Александрович, в первом тайме чувствовалась какая-то неровность здесь команды, первый штрафной, наши ворота на ровном месте, когда мяч просвистел, да, перекладины. И потом еще карточка в центре поля тоже. Чем вы это объясняете? Ну, знаете, все-таки, ну, прежде всего, это эмоции перед игрой, разговаривали, старались, ну, с хорошим настроем выйти и с хорошим желанием, но немножко, может быть, кто-то перегорел в ситуациях, действительно, там общекомандные какие-то взаимодействия старались игроки выполнять, а вот индивидуальные ошибки, ну, я все сейчас скажу, это эмоции. Честно, сам ломаю голову, не понимаю, как бы хотелось бы, чтобы все-таки больше людей приходили болеть, поддерживать команду. Ну, может быть, успехами прошлогодними в кубке избаловали с игрой с хорошими соперниками, и тут чего-то кому-то не хватает, но еще раз скажу, мы стараемся в этом направлении, показывая, ну, давая определенный результат, приводить людей на стадион. Мы делаем все, что от нас зависит.